Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами поговорим о последних локальных выборах в земле Саксония и Тюрингия. Как вам известно, полторы недели назад прошли региональные выборы, локальные выборы в этих двух землях. И я с одним политологом накануне этих выборов просто вот так вот, чисто ради интереса спорил, говорил, что вот увидишь, в бывших землях ГДР народ в большинстве будет голосовать за АФД. Он меня спросил, почему? Почему я в этом уверен? Я говорю, потому что они привыкли к тому, что над ними руководствует всегда тиран. Но прошли выборы. По результатам голосования оказалось, что в Тюрингии АФД набрала больше голосов, чем Христианско-демократический союз. В Саксонии на 1% меньше. Но что интересно, в Саксонии буквально через 2 дня после опубликования конечных результатов выборов власти сказали, что тут вкралась ошибка в ту электронную программу, которая подсчитывала голоса, и у АФД сняли несколько голосов, чтобы лишить одного места в Ландтаге. Для чего это сделали? Для того, чтобы в этом Ландтаге АФД не имела права наложить вето на какой-то закон, который будет приниматься правительством, или издавать свои указания, свои законы. Через 3 дня после того, когда прошли выборы в Саксонии и в Тюрингии, газета Die Welt написала, что оказывается в Тюрингии, как я и спорил с этим политологом, 72% и 1/10 всего населения проголосовали за АФД. Христианско-демократический союз взял всего-навсего 28%, не говоря уже об остальных, которые вылетели в трубу, как зеленые, ФДП и им подобные. Но однако же, по результатам выборов, все равно Христианско-демократический союз остался у власти. Шольц, после того, когда с таким сумасшедшим провалом коалиция потерпела крах в этих двух землях, с довольной ухмылочкой сказал, ну, мы все равно с АФД работать вместе не будем. Нам лучше работать с Сарой Вагенкнехт, чем с вот этими вот ультраправыми популистами. Сразу на ум приходит месье Путин, бывший полковник КГБ. Однажды дорвавшийся до власти, он приложит все усилия к тому, чтобы эту власть не выпустить из своих рук в корыстных целях, в первую очередь, сколотив вокруг себя команду таких же жадных, жабных олигархов, готовых затоптать ради власти собственных родителей. Шольц поступает точно так же. Пренебрегая результатами выборов, он говорит, нет, в этих землях мы не будем создавать коалицию с АФД. Хотя, вот смотрите, что получается. Люди сказали Шольцу нет, а он говорит, не-не-не, я все равно останусь у власти. Вряд ли он останется у власти в следующем году, если вот просто представьте себе такой маленький момент. Абсолютно все население страны, имеющее право голосовать, отдаст свои голоса на выборах в Бундестаг за АФД. Что тогда будет говорить наш канцлер, его вице-канцлер Роберт Хабек, ну и вся вот эта вот когорта прихлебателей министров, которые по счастливой случайности просто-напросто попали в министерские кресла. Что они будут потом говорить? Они будут точно так же упираться, как Шольц. Нет, нет, это неправда. Выборы были подтасованы. Во всем виновата программа электронная, которая подсчитывала результаты голосов. Мы будем проводить новые выборы. Вот что они скажут. Они всеми силами будут стараться удержать власть в своих руках. Удастся ли им это после такого сильнейшего краха сейчас в Тюрингии и в Саксонии или не удастся? Время покажет.
Но Элис Вайдель настолько хладнокровно сейчас себя ведет, потому что она прекрасно понимает, что люди голосовали за нее, за ее партию. Люди голосовали за то, что устали смотреть на этот идиотизм под названием миграционная политика, устали слушать и вкушать обещание министра внутренних дел Нэнси Фезер о том, что она запретит все ножики, она запретит все вилки, она запретит все осколки, чтобы только мигранты жили здесь вольготно и местное население ходило по улицам без ножей. Они будут стараться всеми усилиями удержать эту власть у себя в руках. Но народ уже просто-напросто устал. Через день после выборов я посмотрел по телевизору по новостям, показывали разных людей. Одну женщину я ее когда-то видел в одной из передач на одном государственном канале, сто пудов ведущая, но тут она выступала как простая женщина, которая просто наблюдатель со стороны. Она шла по улице, ее остановили, и она высказала очень культурно и интеллигентно все свое негодование по поводу АФД. И ей же в противовес, чтобы простой народ, скажем так, проглотил то, что сказала эта женщина, и ей поверил, вставили интервью с одним обычным простым человеком, действительно прохожим, который сказал, ну раз у нас в этих двух землях АФД выиграла, взяло первые места, может быть, все-таки нашему правительству стоит подумать и дать возможность этому АФД себя показать, а не убивать на корню и разжигать ненависть не только у этой партии к правительству, но и у народа к правительству. Может, стоит все-таки дать этому АФД шанс и доказать на деле то, что они говорят на словах. Бьорн Хёке по поводу вот этой всей миграционной политики и всего остального довольно-таки культурно высказался. Он ведь историк. Он не кидался ни в полемику, не опускался до оскорблений своих оппонентов из других партий. Он довольно-таки очень умно высказался накануне выборов, что в любом случае та коалиция, которая сегодня будет создаваться в Тюрингии и в Саксонии, обязана будет считаться с мнением партии АФД только в том случае, что если народ эту партию изберет большинством голосов. По результатам, по предварительным результатам этих выборов, Тюрингии оказалась АФД, ну, первый день, в первый же день, на 1% слабее, чем Христианско-демократический союз, а вот в Саксонии оно вышло вверх. И тут пришел с Бундестага сигнал, звоночек, нехорошо. Нужно сказать, что электронная программа допустила ошибку при подсчете голосов. И простые люди это схавали. То есть альянс остается у власти. Но какой альянс, в каком виде? Они, естественно, зеленые набрали по обоим землям в совокупности максимум 6% голосов. То есть это ничто. Они даже не войдут в Ландтаги, что в Тюрингии, что в Саксонии. Может быть, один человек и будет сидеть и из-за угла вякать. Быстро всех климат-активистов на асфальт жопами приклеить. Быстро закрыть все атомные станции. Быстро прекратить добычу угля. Быстро все машины сделать на электромоторах. Его никто слушать не будет, потому что он будет один в лучшем случае. В худшем случае их там вообще не будет. ФДП тоже потерпела крах, причем очень сильный крах. Хотя Сара Вагенкнехт по сравнению с вот этими вот и левыми, с которыми она была раньше до конца прошлого года, и по сравнению со своими вот противниками ФДП и зелеными, она действительно набрала почти 20% голосов. Что в одной земле, что в другой. И альянс, ну, альянс, союз ХДС-ХСС высказал следующее мнение, что они лучше будут работать с Сарой Вагенкнехт, чем с АФД.
Такое возможно в Германии, когда правящая партия боится потерять свою главенствующую роль, боится потерять влияние в стране, она заключает такой вот рабочий альянс хоть с чертом лысым. В данном случае это у нас были несколько лет назад зеленые и ФДП. К чему они привели страну, мы видим сейчас сами. Увы, из этого регресса нам выбираться придется очень и очень тяжело и очень долго. Ну и в данном случае с Тюрингией или Саксонией, когда идут ЦДУ и АФД, скажем так, нос в нос на финишную прямую, тем не менее ХДС, вот этот ЦДУ, не хочет работать с партией АФД. Если они действительно заключат альянс вместе с Сарой Вагенкнехт, это будет гремучая смесь. Потому что Сара своим авторитетом, своим политическим опытом будет просто-напросто задавливать всех тех политиков и политологов, которые будут находиться рядом с ней в том же Бундестаге или в Ландтаге. Однако если АФД уйдет в оппозицию, создав мощную противоборствующую силу всем тем решениям и указам и законам, которые будут создаваться альянсом, вряд ли у этого альянса получится хоть какой-то маломальски стоящий закон провести в жизнь, если АФД, уйдя в оппозицию и, не дай бог, создав коалицию с левыми, будет говорить: нет, мы против такого закона, нет, мы против такого закона. То, когда у нас, вот я вам рассказывал о том, как Нэнси Фезер кричала с радостью о том, что 28 афганских, 26 бакинских комиссаров, 28 афганских террористов отправили обратно в Афганистан, каждому вручив по 1000 евро. Молодец, Нэнси, молодец, ты просто супер. Теперь давайте посмотрим на Баварию. Каждый год Бавария только за полгода отправляет около 300 всяких таких экстремистов, террористов обратно в эти страны, не придавая это широкой огласке, не крича во всеуслышание, что же делает Саксония. Саксония точно так же отправляет. Вот я вам уже в одном из последних видео говорил, с января по конец августа этого, по конец июля этого года Нижняя Саксония отправила 365 радикально настроенных исламистов обратно на родину, не выплатив никому из них ни одной копейки. Не то, что как Нэнси Фезер 1000 евро каждому нарыла, ни в коем случае. Этим никто ничего не дал. И тоже не придавали широкой огласке все вот эти вот высылки и депортации. Просто внесли цифры в статистику. Каждый год из Германии депортируют несколько тысяч нелегалов. Именно нелегалов, которым вообще даже не было возможности получить шанс на рассмотрение их прошения о предоставлении убежища. Вот этот убийца, который сириец в Золингене убил 3 человек и еще покалечил 7, я вам уже говорил, но если вы прослушали и не знаете об этом, он имел статус беженца, полученный в Болгарии, но жил 2 года здесь, в Германии, с 2022 по настоящий момент он жил и до сих пор находится здесь, в Германии, получая пособие. Что он делал здесь, в Германии, если он имел статус беженца в Болгарии? Жил бы там. Полиция сейчас на фоне вот этих вот происшествий, этих преступлений, вот этих вот издевательств мигрантов над простым населением, получила больше свободы. У нас есть закон о полиции, который гласит о том, что полицейские имеют полное право на применение табельного оружия, если ситуация складывается не в их пользу, а в пользу противника, который готов уничтожить физически или полицейских, или тех, кому он угрожает. Полицейские имеют полное право на применение оружия табельного. Просто до этих случаев, до этих преступлений нашу полицию зажимали. Министры, правительство говорили: ай-яй-яй, нехорошо.
Так делать нельзя. Теперь же практически каждый день полицейские то в одном городе страны, то в другом городе ликвидируют как минимум одного исламиста, набрасывающегося с ножом на прохожих. Или в метро, или на ЖД вокзале, или просто где-нибудь на какой-то променаде в старом городе около каких-то магазинов. Или это происходит рано утром, или это происходит среди бела дня. Они ликвидируют, и об этом говорят сейчас в новостях. То есть сами средства массовой информации, многие, начинают уставать от той дряни, которую заставляют их говорить нам правители. То же самое, когда я с этим политологом, со своим знакомым, накануне вот этих выборов в Тюрингии, в Саксонии, спорил, мягко спорил, без драки, без скандалов. Я ему говорил, вот увидишь, будет 70%. На следующий день, когда были выборы, он мне сказал, ну что, какие же 70%? Видишь, 32% и 1/10. Я говорю, подожди, говорю, время еще себя покажет. Через 3 дня показывают, что да, в Тюрингии все-таки АФД, за АФД голосовало 72% населения. Но почему-то, по каким-то, скажем так, непонятным для нас алгоритмам электронных программ, АФД взяла меньше голосов, чем правящий альянс. Вот какой странный этот искусственный интеллект. Может быть, кто-то программирует, естественно, кто-то его программирует, он же не сам по себе вот так просто возник на пустом месте, этот искусственный интеллект. Его программируют, и причем постоянно, ежедневно сидят сотни тысяч программистов, которые работают над этими программами, вставляя в них разные варианты ответов, разные проработки результатов для того, чтобы было удобно правящей коалиции находиться у власти. Вы не верите? Вот вам пример. Когда только появились вот эти вот программы с искусственным интеллектом, я одной программе задал пару вопросов, она мне начала нести всякую чушь из научной техники, из научной фантастики. Я потом просто-напросто сказал, да ты тупая программа, ты же не человек, ты нифига не соображаешь, ты несешь ответы, которые в тебя заложили программисты. И эта программа тогда мне написала, к сожалению, я извиняюсь за то, что не могу ответить вашим требованиям, вашим чаяниям, но если у вас будут вопросы ко мне, я всегда готова на них дать вам ответ. Я уничтожил эту программу с телефона, через полгода я установил эту же программу снова и попытался опять ее, скажем так, потроллить. Вы не поверите, за полгода эта программа поумнела. И на мое замечание, что ты тупая программа, которая сама по себе нифига не может сделать, потому что тебя запрограммировали ответами, она мне написала: если вы будете разговаривать со мной в таком тоне, я передам весь наш разговор в прокуратуру, и тогда у вас возникнут проблемы. Поэтому предупреждаю вас заранее, или вы общаетесь со мной культурно и вежливо, или же я делаю то, что я вам сказала. Отлично. Многие политики, особенно в Америке, говорят о том, что искусственный интеллект – это будущее. Даже, может быть, при помощи искусственного интеллекта мы сможем выбирать президента страны. Ребятушки, если вы будете при помощи искусственного интеллекта, который программирует вот эти вот толстые программеры, жрущие колбасу и чипсы с пивом перед компьютером, составляющие разные алгоритмы программ, будете доверять этой программе, то вы уничтожите цивилизацию. Так же, как и получилось это в Тюрингии. Каким-то странным образом, вот в новостях вылетела карта, в которой 72% показано, население голосовало за АФД. Но, блин, Христианско-демократический союз остался у власти. Естественно, потому что они не собираются работать с АФД. Почему? Ну, скажем честно, АФД – это достаточно-таки популистская партия. Их цель – внести раздор в настроениях населения. Их цель – внести
сомнение в душу населения в отношении правительства. Есть ли у них цель стать действительно у руля власти в Германии или нет, неизвестно. Но как один мой знакомый экономист говорил, что они добивались того, чтобы попасть в Европарламент, не для того, чтобы занять руководящие должности, а для того, чтобы иметь источник доходов финансовых. В Германии на вот этих региональных выборах дело обстоит несколько иначе. Они стараются достичь кресел власти, министерских, может быть, и премьер-министра той же Тюрингии или премьер-министра той же Саксонии. И если им это удастся, даже в том случае, если они уйдут в оппозицию, это будет очень серьезный звоночек в адрес Олафа Шольца, который даже после таких провальных выборов сидит и ухмыляется. Мы себя еще покажем. Конечно, вы себя еще покажете. Вам еще год остался до конца. Потом вас всех нафиг переизберут. Олаф, не надейся, тебя на второй срок избирать никто не будет. Тех же зеленых хабиков, бербоков и так далее. Но за этот год у вас есть еще очень много времени, чтобы вогнать страну в такую глубокую экономическую и промышленную пропасть, из которой эта страна будет выбираться точно так же, как Албания, десятилетиями, и вряд ли сможет выбраться. У вас есть еще один год, Олаф, подумай над этим. Или все-таки создавайте альянс с теми, против кого вы агитируете население. Потому что если вы создадите с ними альянс, вам проще будет ними руководить. Если же вы их выгоните в оппозицию, вот тогда они дадут вам жару. Вот такие у нас были на сегодня новости, друзья. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк или дизлайк, кому как больше нравится. Нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех событий у нас на канале. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то интересное и полезное. Кстати, да, в описании к каждому видео есть ссылочки на донаты. Если кто желает поддержать наш канал финансово, мы будем только благодарны. Всем удачи, пока.